Друзья, в продажу поступает Лада Калина 2014 года на бензиновом моторе объемом 1.6, мощностью 106 лошадиных сил, на механической коробке передач на переднем приводе. В автомобиле неплохая комплектация, в автомобиле имеются противотуманные фары. Также в салоне автомобиля у нас надеты эко-чехлы кожаные. Также в салоне автомобиля установлена штатная аудиосистема с экраном. Имеется регулировка печки отопителя, подогрев заднего стекла, кондиционер, подогрев лобового стекла также имеется. Прикуриватель у нас, подогрева передних сидений, подстаканники. Также у нас имеется корректор фар, открывание багажника при помощи электрокнопки. Также установлены 4 электроциклоподъемника, электрорегулировка зеркал, центральный замок, блокировка стекол. Для задних пассажиров удобное посадочное место. Также имеются датчики парктроники для удобства. Автомобиль у нас в хорошем техническом и косметическом состоянии.